Специальность терапевтическая стоматология, экзаменационная станция обезболивания в терапевтической стоматологии. Вы врач-терапевт-стоматолог. Вам требуется оказать необходимую стоматологическую помощь пациенту. Анамнез собран, данные занесены в медицинскую карту. Проведите необходимую анестезию, соблюдая правила асептики и антисептики. Информированное добровольное согласие подписано. Все действия, которые вы будете производить, необходимо озвучивать. Я изучила медицинскую документацию пациента. Здравствуйте, меня зовут Наталья Васильевна Воробьева, я врач-стоматолог-терапевт. Представьтесь, пожалуйста. Иванова Екатерина Петровна, 35 лет. Екатерина Петровна, нам необходимо измерить артериальное давление и пульс. 130 на 80, пульс 76. Скажите, пожалуйста, вы страдаете хроническими общесоматическими заболеваниями, принимаете лекарственные средства на данный момент? Общих заболеваний нет, лекарственные препараты не принимаем. Сегодня нам необходимо с вами провести инфильтрационную анестезию. Есть ли у вас вопросы по проведению манипуляции? Вопросов нет. В кабинете есть все необходимое для проведения анестезии. Стерильные инструменты, стоматологический лоток, стоматологическое зеркало, стоматологический пинцет, стоматологическое зеркало, карпульный шприц, шпатель, аппликационный анестетик, аппликатор, карпула с анестетиком, инъекционная игла. Иду обрабатывать руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны. Привожу стоматологическую установку в необходимое положение. Вам удобно? Да, удобно. Визуализирую полость рта. Надеваю шапочку, маску. Перчатки. Занимаю удобное положение справа от пациента. Провожу внешний осмотр пациента. Лицо симметричное, конфигурация лица не нарушена. Открывание рта свободное, в полном объеме. Оцениваю регионарные лимфатические узлы. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются. Провожу стоматологический осмотр. Провожу антисептическую обработку полости рта. Стоматологический пинцет, марлевый тампон, раствор антисептика. Откройте рот, пожалуйста. Утилизирую подходы класса Б. Наношу аппликационный анестетик вместо вкола. С помощью аппликатора и аппликационного анестетика. Утилизирую аппликатор в отходы класса Б. Прикрывайте рот, пожалуйста. Собираю инъекционную карпульную систему. Необходимо провести антисептическую обработку карпулы с помощью раствора антисептика. Вставляем карпулу в карпульный шприц. Вскрываю инъекционную иглу, утилизирую нижний колпачок, соединяю инъекционную иглу с инъектором карпульды, фиксирую иглу, проверяю проходимость анестетика. Смываем аппликационный анестетик. Визуализируем место вкола. Позиционируем иглу под углом 45 градусов к альвеолярному отростку челюсти. Производим вкол по переходной складке. Производим аспирационную пробу. Аспирационная проба отрицательная. Вводим иглу, вводим анестетик,
Выводим иглу. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Утилизируем инъекционную иглу в непрокалываемый контейнер для отходов класса Б. Утилизируем карпулу в непрокалываемый контейнер отходов класса Б. Опускаем многоразовый карпульный шприц в лоток для дезинфекции. Убеждаюсь в наступлении анестезии. Когда я дотрагиваюсь инструментом, вам больно? Нет. Анестезия наступила. Снимаю перчатки, утилизирую в отходы класса Б. Снимаю маску, утилизирую в отходы класса Б. Иду обрабатывать руки гигиеническим способом. Вы считаете, что руки обрабатываются? Делаем запись в медицинской карте больного. Рекомендации: после проведения процедуры исключите прием пищи до окончания анестезии.